Сегодня я вам буду показывать семью которого там домиков. Семья домиков получилась у Алёнушки. Как зовут каждого члена семьи? Это папа, это мама, это сестра, это мой брат, это я. У тебя еще и сестра есть постарше. Большая семья. Сколько человек в семье? 1, 2, 3, 4, 5. Очень большая. Сколько тарелочек нужно на стол ставить, если 5 человек? 1, 2, 3, 4, 5. 5 тарелочек. Что ты будешь с башенкой делать? Ломать или дальше строить? Дальше. Ну, пожалуйста, строй. У тебя еще очень много кубиков. Я не буду строить. Ну, как хочешь. Идея. Что решила делать? Та-дам! Еще красивее стало. Классная семья домиков получилась.